Здравствуйте. Здравствуйте. Людвиг, иди сюда. Хотя бы куда-нибудь выложите. Вот эту речку, здравствуйте. Она постоянная, каждые два дня. Да посмотрите, она скоро будет у нас вот там уже, под Солдатским пляжем. Она же была там, вернулась. Ну и что теперь делать? А это вот все вопросы задают. Что теперь делать? И как с этим быть? Сейчас нет хозяина. Вот люди стоят и думают, что с этим дальше делать. Thank you.